Всем привет! Меня зовут Евгения Саженцева. Я теолог по образованию, молодая мама и немножко блогер. А иногда я сочиняю стихи, которые потом становятся песней. Но сегодня я просто сочиняю стихи для себя и хочу вам их прочитать. Вокруг не люди, а фейки, не лица, а маски. Так много лжи, так мало правды, так мало души, только деньги, понты, страсти, секс вместо любви. И в поисках хайпа потерял истинный смысл творчества, вдохновения, счастья. Только дети, не отравлены этим ядом, в них простота, искренность, свет, открытые чувства, желания. Мой воздух в ребенке, жадно кислород глотая, каждый миг ловлю с ней в игре, в смехе, даже в молчании. Так много мне говорит это молчание. В глазах отражение неба, в капризах воля, нерасщепленное знание. Отсутствие негативного опыта не меняет ее важности. Для этого мира она чистый мольберт, для меня завершенная картина художника гениального. Я учусь у нее быть тою, которой была когда-то. Мы все были немного лучше раньше. Мы льстим себе, что стали умней. Наш ум лишь костыль, чтобы больнее не упасть. А дети жизни не боятся. Они любят жизнь, они живут здесь и сейчас. Наше же счастье где-то в светлом будущем, которое может и не настать. Если в эту секунду ты не осознаешь, что все чудеса под ногами, перед носом, в сердце, в руках твоих. Спасибо за то, что послушали мои стихи. Подписывайтесь на канал, если вам будет угодно. Ставьте лайк, но это не самое главное. Спасибо.